Алло, пожалуйста, вам слово. Очень хорошее упражнение. Действительно, я немножко тороплюсь, и спасибо вам, что вы направляете. Благодарю. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, как часто надо делать эти упражнения и по сколько подходов, то есть, чтобы поддерживать себя в форме? На самом деле можно заниматься от 8 до 20 минут в день, если это делать каждый день, да? Угу. Утром или вечером, вот есть какой-то определенный промежуток дня, когда рекомендовано, и подготовить связки? Вот. Вы как-то скажите. Можно? Неважно, утром или вечером. Главное, если вы проснулись, должно пройти какое-то время, и должен проснуться ваш голос. Наш голос просыпается позже, чем мы. Вы должны это почувствовать, да, внутренне. Кто-то, у кого-то он через час просыпается после пробуждения тела, да. Обратите, просто последите за этим, да, чтобы не нанести вред связкам. Во время цикла, естественно, тоже будьте очень аккуратны, потому что у женщин вот так складывается, что наши связки тоже в этот момент, если мы с ними будем обращаться как-то неаккуратно, мы можем сугубо стравмировать. Так что берегите себя, не переутруждайте, да, мышцы и косые мышцы живота, диафрагмы и также голосовые связки.